Всем привет, мы продолжаем играть в Oblivion, и сейчас мы находимся прямо перед университетом волшебства имперского города. Вот, вне записи я сбегал сюда быстрым путешествием, продал весь хлам, обзавелся стальным топором, как видите. В лавках вообще очень бедно, хотел найти серебряный, но не судьба. Казалось, такой вот топорик, чуть получше железного, чуть побыстрее бьет. Ну и он на уровень повыше. Тут был второй, этот третий. Вот, что еще? Ну, собственно, как я уже говорил, я все продал. Вот у меня осталось денежек. Это все на быстрое путешествие поистратил. Кое-что покрафтил с того, что было. Тут ненароком что-то нечаянно спер. Не думал, что, честно говоря, это воруется. Просто там в гильдии магов это лежало. И я не успел навести и увидеть красную руку, красный значок. Хап-хап, похапал и все, а рядом никого не было, никто не крикнул, что я воришка. Вот. Ну что же, давайте приступим к основной сюжетной линии гильдии магов, так сказать. Нас здесь уже ждут. Я слушаю тебя, гражданин. Раминус Полус. Здесь еще не поздно, то уже темнеет. Ну вот и он. Приветствую, стажер. Похоже, все необходимые рекомендации получены. Так, рекомендации. Я получил рекомендации от всех отделений гильдии в Сиродиле. Поздравляю. Двери университета открыты перед тобой. Теперь ты полноправный член гильдии магов. Я произвожу тебя в ранг ученика и даю тебе робу ученика. Воспользуйся свободным временем, чтобы освоиться здесь, а затем мы поговорим о том, что ждет тебя дальше. Давай сразу поговорим о том. Наконец-то мы занялись настоящим делом. Тебе, вне сомнения, уже довелось видеть худшее из того, чем располагает гильдия. Хотя мы и пытаемся держать марку, наши маги всего лишь люди. Я надеюсь, ты убедишься в том, что не разобщенность или корысть – характерные признаки гильдии. Гильдия также может добиваться потрясающих успехов. Теперь у тебя появилась возможность поучаствовать в действительно значимых делах и продолжить свое восхождение по ступеням гильдии. Ну, наконец-то, да? Так, давай, повышение, давай, повышай меня. Пока еще рано говорить о твоем дальнейшем повышении в гильдии. Ладно, я дурака валяю. Давай задание. Прежде чем ты начнешь работать на гильдию, тебе предстоит сделать кое-что для себя. У каждого мага есть посох. Он изготавливается и зачаровывается гильдией. Это символ особого статуса мага. Тебе тоже нужен такой посох. Лучше бы мне доспех какой-нибудь крутой зачарованный выдали или топор. Так, посох мага. Дерево для изготовления посохов можно найти в роще к северо-востоку от имперского города, рядом с пещерой «Неистощимый источник». За этой рощей ухаживают несколько магов. Они и помогут тебе. Поговори с Зарашей или Элеттой, когда придешь туда. Так, что еще скажешь? Пещера «Неистощимый источник» находится к северо-востоку от имперского города. Тамошние маги помогут тебе. А еще про задание. У тебя уже есть задание. Принеси дерево для посоха из рощи у пещеры «Неистощимый источник». Ну понятно, типа тупые вопросы задаю, да? Ладно. Скоро у тебя будет настоящий посох мага. Да я его продам к черту. Так, а вот и пещера. Не так уж и далеко. Давайте отправимся. Я думаю, пешочком прогуляемся. Так, нам можно сразу направо сворачивать. Так, тут главное аккуратно.
Так, теперь чуть правее. Луна. Сохранюсь. Канализация найдена. А, это какая-то другая, да? Это не та, из которой мы по умолчанию выходим, когда проходим обучение. Вот она, там. Не пойду туда. Думаю, вы увидели. Так, здесь придется переплыть, что ли? Сохранюсь. О, рыбка на берег выплыла. Надо ее запихнуть обратно. Блин, давай уже консерва, лезь. Не хотят. Придется ждать прилива. Так, здесь я не подплыву однозначно, да? Слишком крутой берег. Давайте по левой стороне поплывем. Какой островок, что ли? Никаких тут пираний нету. Так, понятно, применька. Там еще и форт какой-то впереди. Нарисовался. Что у нас под водой есть, интересно? Тут, кстати, бывают всякие сундуки на дне морском. Валяются. Можно наткнуться случайно. Показалось, знак указательный под водой. Да. Плыви туда, плыви туда. Стражник. А вот и мы у пещеры. Ну что? Вперед! Так, я у пещеры неистощимый источник. Теперь мне нужно поговорить с Летой или Зарашей. Пошли поговорим. Так, кто-то валяется или спит. Нет, валяется. А, да, точно, я вспомнил. Вот это вот плохой парень. Девушка, да? Некромант, это что-то есть точно. Ну, начинается. Сейчас она будет бегать от меня всю дорогу. И этот за мной придурок будет бежать. Ну да. Блин, вот с этими ребятами вообще будет тоскливо. Во-первых, вызывают, во-вторых, не догонишь. Да, блин. Да мне не по зомби надо бить. Блин. Как же тяжело-то с ними. Просто невыносимо тяжело. Здесь очень хорошо играть вором. Так, со скрытности. Бац. Сразу вынести можно. А медленный воин он. Это, походу, опять мучения начинаются жесткие у меня. Я тоже вызывать умею. Не рыпайся. Да чё ж такое-то, а?
Я же щитом прикрываюсь. Неужели не помогает эта штука? Блинский. Господи. Тебе просто не умереть. Я еще умиляюсь, что они как в доспехах. Вот вроде роба простая, а как будто в доспехах. Не пробить, ничего не сделать. Ой, не то выпил. Надо будет продать. Ой, еще один, да? Ну это я удачно заглянул на огонек. Блин. Смотрите, что они творят. Они еще и бойцы неплохие, да? Да ёкарный ты, бабай. Вообще выпил не то. Здесь все понятно. Слушайте, ну я не знаю. Я, наверное, сейчас сложность понижу, да и все. Иначе я буду мучиться вечность. Сохранюсь. А, у нее кровотечение, да. Ну, получилось. Так, возьму. Кислый посох, это фигня, все. Зараша. Зараша мертва, надо выяснить, что тут случилось. Золото, ключ. Горшок. Хартия гильдии магов. Спальник. Можно поспать будет, если что. Так, пошли дальше. Я вот больше даже не знаю, где мне еще опыта набираться и сил. Если я победить некромантов не могу, то это вообще... Ой-ой-ой-ой-ой, ушки. Только посмотрите, сколько их здесь. Этот еще шмаляет таким... Такой пакостью. Да. Ой, призрак подкрасться хотел. Блин. У меня так зелий не хватит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все, это конец. Не, парализация. Я наколдовал заклинание, и все, и парализовало меня. Срыв, срыв, короче. Вы что, хотите сказать, что я выжил? Да не может быть такого. Ну давай, 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 давай. Ну да, толк-то, что я выжил. Уа! Паскудные ребята, они еще прячутся, видели? Нетушки, я туда не пойду. Давайте сами по одному ко мне. Вы меня хотите убить, в конце концов, а не я. Я на вас первый не нападал. Ну чё, придешь сюда? Вот он. Прятки играет. Двое играют в прятки. Так, вывел из строя хотя бы, нет? Нет, не вывел. Как-нибудь бы друг на друга их навести. Они все хотят со мной, да, сражаться? Отлично. Блин, опять руку сломали, что ли? Оп. Это было хорошо. Ой, да у меня кровь течет, что ли, из руки.
Как? Нет, нет, нет. Не пойму, короче. Все, блокирование у меня больше не работает. Давай покончим с этим. Да уйди ты. Ох. Классно. О, ссадины и синяки, заработанные вами во время долгих тренировок с топорами и булавами, оказались не напрасными. Теперь вы владеете дробящим оружием на уровне ученика. Вы научились новой атаке, наносящей дополнительный урон. Использование этой атаки нажмите удерживающую клавишу атака. Ага, это так что ли? Ну, ребята, у меня сблокировано... О, булава горения возьмем на продажу. У меня с этим проблемы, с рукой. Так, этого я осматривал, да? Вот этого не осматривал. Подождите. А, ну просто у него ничего нет. Так, ладно, пока походим с такой рукой. Разбитый, убитый. Починим, что можем. Вообще, блокирование в ноль. И дальше отправимся. Нам блокировать-то, в принципе, не удары сколько надо, сколько магию. А щит от магии защищает. Более-менее. Так, что у нас тут? Да вижу, я вижу, вижу. Падай давай в речку туда. Ну где ты? Там же невидимка. Призрак уже... Все, кончился. Куда некромант делся? Ты его видишь? Нет, скелет его не видит. Так, тихо. Слышали, да? Захлебнулся, походу, наш некромант. Так, мне бы самому туда не упасть сейчас. Ну, раз музыка играет, значит, не захлебнулся, что ли? Я же слышал твои вопли. Так, самому главное сейчас не сдохнуть. Да, давай, дыши уже. Нет, скорее всего, она это самое выжила. Воздух, 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 воздух. Блин. Ой, ну да, вон она там. Как это ты из невидимости стреляешь, скажи мне? А, она не из невидимости. О, фига. Я же защитился. У привидения что-то хрустит, это смешно. Ну и где опять ты? Куда опять некромант делся? Опять утонул, что ли? Мне это начинает надоедать. Ага. Ну-ка. Все. Я думаю, все слышали. Потонул товарищ некромант. Вот она. Волшебство. Ух ты, переливчатая роба какая. Интересная. Да блин, там еще кто-то прется. Дайте передохнуть. Но мне все равно пришло, надо было туда плыть. Вот дурачок. Забраться-то наверх можно только там. А это что у тебя? Хороший стальной топор возьму. А теперь главное не сдохнуть. Пожалуйста, воздух. Так, 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 так. Вот. Фу. Так.
Хороший стальной топор. У меня просто стальной топор. Давайте смотреть. Он, конечно, получше, да? Попрочнее и побыстрее. Его мы и возьмем. Ну, почему-то нет опять сообщения, что надо привыкнуть к этому топору тебе, а не к тому. Так, ладно, что я зачехляю это оружие? Сейчас там некромант где-то стоит рядом. Так. Ага. Я надеюсь, ты одна? Какие они умницы, а? Прятки играют. Все, кому не лень. Ой, началось. Так. Это я переоценил противника. Думал, увернусь. Так, тихо, зомби. Эх! Да тут посмотрите, что гадина делает, а. Ладно. Вообще мой скелет продул с первого удара. Эх! Да, от этой фигни, походу, нельзя защититься. Это не огонь, ничего, это просто уменьшалка здоровья. Ну, от этой было. Можно защититься. Ну, это, короче, игра в сохранялки-загружалки, блин, у меня сейчас идет. Во-во-во-во-во! Да, блин! Только она пошла сражаться с нами. О! Весело. Серебряная булава. Серебро это хорошо. Но булавами я не пользуюсь. Так, том огненная стрела. Разве что на продажу взять. Так, а сколько время? Ночь уже. Зельюшка выпью. Здоровье тоже надо. Так, чиним, что можем. Там, по-моему, потому что нас еще сейчас будет бойня ждать. Автокоп. Нифига себе полет. Что у нас тут? Очередная игрушка? Ты будешь танцевать для меня, крошка. Да, ты будешь. Я заставлю твой труп плясать, а затем ты разорвешь себя на куски. Как страшно. Все, кончилось. Давай, пляши для меня теперь ты. У-у-у. Давай, вот так, вот так. Так, там же еще двое, по-моему. Вот одного я вижу. Вот он. Так, Элит номер 2. 50 золотых не помешает. Пьем. А, они в исчезалки играют, да, тоже? Ну, пойдемте сначала за одного примемся. По одному их распинать. Ага, по одному не получилось. Блин! Вот так хотелось, чтобы по нему попала она. Может, сначала тогда к ней пойти? Или они все равно оба меня увидят? Это что было? Это я и так врезал, что ли, смешно? А я скажу вам, мы лихо справляемся. А вон еще один некромант. Ну, от этого я не спасусь, понятное дело.
Лучше бы какой-нибудь... Нет, стихийной магии пулять он не хочет. Да жесть, блин! Кто тебя просил замахиваться-то, дебила кусок? Это я о своем главном герое. О персонаже. Ага. Захорошело, да? Теперь стой! Стой спокойно, я тебе врежу. Почему бы тебе просто... Ну, конечно, будет он стоять. Почему бы тебе... Почему тебе не заткнуться, придурок? Я... О! Некроманты, напавшие на меня, повержены. Нужно забрать дерево для посоха, вернуться к Раминусу Полосу и рассказать ему, что здесь случилось. Вот так вот, ребята. Не шутите с боевым магом. Ну, меня можно так назвать, что, в принципе, персонажа моего. Что колдовством пользуется и топором машет. Так, здесь, наверное, да? Да, вот он. Незаконченный посох. Надо как-нибудь какие-нибудь чары подороже придумать для него, чтобы продать. Хотя, может быть, конечно, и не стоит продавать в будущем, попользоваться. Огненные посохи, например, вот здесь из КСЕ будут довольно полезны, можно будет пожары устраивать. Прям на земле так, чтобы горело все. Так, я быстрым путешествием пользоваться не буду, здесь дойдем по-быстрому. Доплывем. Ну, надо сказать, это было попроще, чем с мародерами. Ну, я даже скажу, гораздо проще. Все-таки робы и доспехи, это я погорячился, да, что они не различаются. Как-то довольно хорошо пошло у меня дело с последними вот этими некромантами. С этой троицей особенно. Ну да, загрузки, сохранения были. Ну, на начальных уровнях без этого никак вообще. Это или надо сложность в ноль просто убавлять. Нет, туда я не полезу. Тогда только все на мази будет сразу же. Или вот так вот. Но так, чем сложнее, тем быстрее герой качается, по идее. Правда, тем сильнее качаются нервы. Шатаются. Так. Университет здесь. Не туда надо забраться как-то. Сейчас попробуем. По той стороне пройти. Слева не пройти там нигде. Слишком высоко. Попробуем тут. Маркер направо показывает почему-то. Университет же там. Или я что-то путаю? Ну да, он там. Так, я думаю, что он, наверное, уже спит. Раминус. Сохранимся. Мне надо, кстати, тоже поспать, руку чинить свою. Нет, смотрите, ждет, стоит. Приветствую, ученик. Да, ты же мне робу, кстати, дал, да? Роба ученика. Повышение силы воли на 4. Ее даже продать нельзя, что ли? Забери ее нахрен. Что? Некроманты в пещере? Я еще ничего не сказал, ты телепат. Некроманты. Элета и Зараша мертвы? Я не могу поверить в это. Они никогда раньше не действовали так открыто. Всегда прятались в тенях, старались держаться подальше от гильдии. Чем это может быть вызвано? Мне нужно обсудить это с советом.
Спасибо за информацию. Пока займись своим посохом и подлечись, если нужно. Делмар из Хироназиума поможет создать посох. Обратись к нему, не мешкая. Ну, чем вызвано, чем вызвано? Вот тем и вызвано, что главный герой начал подниматься. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Так, вьючный молот. Перышко, конечно, хорошая штука. Но, во-первых, у меня магия изменения, она не в основных навыках, она у меня там не прокачана практически. Так, колдовство. Призванный меч не интересует, а у тебя больше колдовства нет, да? Фигня у тебя. Скоро у тебя будет настоящий посох мага. Очень сложный. А это чё? Доклад Айрейская геомантия. А это ООО, по-моему, мод. Вы с интересом изучаете этот документ, все выглядит довольно просто. Чё-то это связано, короче, с драгоценными камнями. Как-то из них можно, по-моему, энергию преобразовывать, что ли. Так, пошли. К Делмару. Салют. Здорово. Хорошо. Ой, сколько ингредиентов. Это хорошо. Прощай. Ну куда ж ты сел-то? Ай. Так. Блокируем. Да, я понял. Я думаю, что вне записи я здесь все оберу нафиг. И покачаю алхимию. Вы не против, надеюсь? Прошу простить меня, коллега-магистр. Потому мы что сейчас можем поговорить? Собирать на запись я запарюсь. У меня есть всего несколько минут, вряд ли больше. Так, давай. Добро пожаловать в Хироназиум. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Да, посох мне со стряпой. Ах да, это большой шаг вперед для тебя, друг. Ты понимаешь это? Сейчас тебе предстоит решить, какого типа посох тебе нужен, подходящий тебе и твоим способностям. Начнем? Давай. Зачарованные посохи — это непростой вопрос. Только определенные заклинания могут быть по-настоящему полезны тебе, поэтому мне придется сузить выбор. Начнем со школы. Какая тебе ближе — разрушение, иллюзия или мистицизм? Вот в иллюзии есть паралич, насколько я помню. Паралич это было бы очень кстати для моего воина. Достал посох, парализовал, а потом отхреначил. Ну я вот не знаю, честно говоря. Ну давайте попробуем. Для магии иллюзий выбери один из трех видов зачарования. Чары, паралич и безмолвие. Что предпочитаешь? Вот безмолвие тоже крутая штука. Как раз против некромантов. Ну, наверное, лучше паралич, да? С помощью этого посоха ты сможешь на короткое время обездвиживать врагов. Я могу приступить к работе сразу же, или мы можем начать все сначала? Ну, давай, делай паралич. Ой, о, блин, можешь... дурак. Извините. Так, давай, паралич. Ага, да, то, что мне надо. Хорошо. Тогда я принимаюсь за работу. Зайди ко мне завтра, и твой посох будет готов. Ну, это то, что мне нужно. Мне как раз надо поспать. Дарь зачарования. Дарь зачарования. Приветствую тебя. Привет. Это шмотки зачаровывать. Алтарь создания заклинаний есть? Нет, такого нету. Чё тут? Так, закроем обратно. Привет. Добрый вечер. Говорят, что некроманты напали на магов у пещеры Неистощимый Источник. Это кошмар. Конечно. Это я сказал. Я не могу выбросить из головы. Наверное. Кто еще так, так быстро дружище. Слухи распространяет? Так, где-то здесь были комнаты магов. Можно залезть поспать. Комнаты практических занятий. Оп-оп. По пути просто. Чтоб не пропадало добро. Перская сторожевая башня. Еще многое предстоит сделать, конечно, но первоначальные находки вселяют в меня надежду. Вот они, комнаты магов. Сейчас будем руку лечить свою. Как поживаешь? Да нормально. Спать иду. О, хорошо. Пригодится. Так, тут у нас есть... Тут уже спят, да? Козлы. А тебе, наверное, не дают спать, да лечь. Заняли кровать.
Придется всю ночь стоять. А тут есть места? Ага. А, магистр, мне бы хотелось обсудить с тобой кое-что. Что мы с тобой станем близкими. Удачного тебе дня. Я вот смотрю, их тоже не пускают, да, спать? Да. Император и его три... А ну, вставай, я буду спать. Так, надо успеть, надо успеть. Интересно. Все. Спим. Посмотрим, хватит ли 8 часов. Надеюсь. Ага, поспал. И тебе всего наилучшего. Да вы достали меня. Во. Сейчас тут никто не полезет к нам. Все кровати позанимали. Так. Ну и как дела? Я смотрю, еще не очень, да, пока? Что с рукой? Да вообще не лечится. Поехали еще столько же. Серьезная травма. Ага, все. Выздоровел. Ну да. Отлично. Так, а у меня все починено, да. Почти. Кто-то дверь закрыл, это не я. С той стороны кто-то есть. Так, и пошли. Зайдем. Готов ли наш посох уже? Какие-то ящики. О, да, вот это вот я хотел найти. Здесь иногда попадаются ремонтные молотки в таких ящиках. Или отмычки. Ну, забирай ингредиенты. О, еще. Прошу здесь простить нет. Меня, коллега-магистр. Мы сейчас можем поговорить? А? О, да, конечно. Так, ну что, готов? Добро пожаловать. Посох. Да, он готов. Лежит вон в том буфете в углу. Надеюсь, он будет служить тебе верой и правдой. Хорошо. До свидания. Ого, сколько у тебя вкусностей здесь еще. Конечно же, мы все их возьмем, чтобы продать. Так, магический посох паралича. Паралич на 4 секунды. Ну, конечно же, он слишком хорош для меня. Да нафиг он мне сдался, я его продам. Вроде стоит нехило. Так, пошли. К Раминусу зайдем. Это честь для меня, в самом деле. Зайдем к Раминусу. Взять очередное задание. Так, здесь я пособирал. Галта. Галтр... Галтрагот. Какой как прочитал. Видим такой туман небольшой. Это что такое было? Маг ученый. Нет сомнений, что ты хочешь сказать что-то очень важное. Но ученики ведь не будут учить сами себя, правда? Прощай. Ты что, в скрытности практикуешься, что ли? Невидимка такая ползла. А, ты должно быть недавно в университете. Скромный боевой маг приветствует тебя. Ну, привет, привет. Прошу простить меня, коллега магистр. Так. Какая встреча. Потель. Пожалуйста, говори. Давай задание очередное. У меня есть новое задание для тебя. Отлично, давай. Прежде чем продолжить... Мы сначала должны обсудить твое повышение в гильдии. О, быстро в гору иду, ну давай. В соответствии с правилами гильдии, ты удостаиваешься звания специалиста. Носи это звание с достоинством. Круто, перебил кучку некромантов и уже спец. Из учеников спецы быстро, да. Задание давай. Совет расследует происшествие у пещеры «Неистощимый источник». Все наши силы брошены на решение этой задачи, и людей не хватает. Нам требуется одна книга, имеющая отношение к данному делу.
Она недавно была одолжена Янусу Гасилдору, графу Скинграда. Доставь ее сюда обратно. Я понимаю, это может показаться не очень важным заданием, но его необходимо выполнить. А ты входишь в число тех немногих, кто может заняться этим. Одно предостережение. Скинград — это необычное место. Жди неожиданностей. Понятно. Что расскажешь об этом Янусе? Граф очень замкнутый человек, и у него не просто получить аудиенцию. Надеюсь, статус представителя гильдии поможет тебе. Поговори с управляющим замка, когда прибудешь туда. Понятно. До свидания. Давай, счастливо. Так, нам, значит, в Скинград надо двигаться. Мы же там, по-моему, были, да? Проходили мимо. Ты должно быть недавно. Все это мы уже слышали. Так. Ну ладно, дорогие зрители, на сегодня давайте эту серию закончим. Скинград отправимся в следующей серии. Или, наверное, я лучше в Скинград прыгну вне записи, а вот уже оттуда пойдем к замку. Найдем графа на запись. Спасибо, что смотрели. И всем счастливо. Пока-пока.